Сегодня же Александр Лукашенко высоко оценил уровень организации международной конференции по борьбе с терроризмом. Первые ее результаты глава государства обсудил с заместителем генерального секретаря, главой контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым. Президент поблагодарил гостя за личный вклад в проведение крупнейшего форума по глобальной безопасности. Инициативы, представленные в Минске, получили широкий резонанс далеко за пределами Беларуси. Среди них создание пояса цифрового добрососедства, объединение усилий международных организаций по борьбе с терроризмом, отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе. Такого уровня конференция под эгидой главной нашей международной организации, Организации Объединенных Наций, ваш приезд сюда как заместителя главы ООН, ну, это придает звучание и значимость этой конференции, повышает не только имидж, улучшает, но и повышает вес самой страны. Это честь для любой страны принимать такую конференцию. Вы занимаетесь в ООН этими вопросами борьбы с терроризмом в том числе. Это ваша заслуга, что эта конференция проходит в Беларуси. Но, естественно, мы вас подвести не можем. И мы будем стараться действовать вот в таком же ключе. Беларусь – один из активных участников в борьбе с международным терроризмом. Наша страна поддерживает все инициативы ООН по противодействию угрозе, которая не знает границ, ни государственных, ни моральных.